Всем привет! Сегодня у нас воскресенье. Уже обед. С утра я ездила, Вике помогала, вывозила ее в лес там для ее влога. Она там себе чего-то интересненькое снимает. Мне самой уже не терпится посмотреть, потому что, конечно, образ у нее. А что сюда, Полинаш? Угу. Вот. И так, сейчас, что я хотела сказать. И у нас с завтрашнего дня, с понедельника, в Черкасах уже в нашем городе усиливают режим карантина. И уже будет запрещено выезжать, как мы могли себе немножко позволить выехать в безлюдные места. То с завтрашнего дня мы уже не сможем сделать даже этого. Вот. А Назар уже настолько усиделся дома, что мы сейчас с Сережей едем. Мы едем вообще за город в одно место, где мы раньше, так называемые кучугуры у нас они называются. Это за селом, да, за деревней? Это село Леськи. Село тут Леськи. В общем, там есть Днепр, водичка. Мы там когда-то отдыхали с палатками в тех местах. Очень классно. И сейчас мы вдвоем едем немножечко на рыбалочку. Сейчас заедем в магазин, чего-нибудь вкусненького купим. Там мы пообедаем. Да, папка? Рыбу возьмем. Нет, рыбу брать не будем. Вот, пообедаем, попьем чаек или что-то там попьем, короче, сейчас не знаю, решим, что мы сейчас возьмем. И, в общем-то, выгуляемся уже последний день. Назара вытащить мы не смогли, он настолько уже усиделся дома, что уже не хочет даже выходить. Я подкрывала окна у него там и попросила его: выходи хотя бы на балкон дышать. Хотя это такое дышание, конечно, с газами, машины ездят, у нас дорога центральная проходит, ну, с той стороны, где выход на крышу. Ну, короче, а с балкон застекленный тоже так себе дышать. Ну, короче, как-то так. В общем-то, едем, воспользуемся. Погода отличная, солнце такое. Не, ну, ветерок еще, конечно, прохладный, но, в принципе, все равно, глаз радует. На дорогу смотрю, с вами разговариваю. Короче говоря, ловим последний денек. Господи, скорее бы уже этот карантин закончился. Слушайте, либо так это все. Закончился. Ну да, либо коронавирус этот закончился, потому что, конечно, растет он с нереальной силой. Вот, взяли с собой перчатки, сейчас в магазин зайти, маски. В общем-то, все взяли, антисептик. И поедем. У нас вода есть такая обычная? Минеральная. Чтобы руки там помыть или это хотя бы, ну хоть минеральное, ладно, надо было взять флягу или сейчас купим, короче. В общем, погнали с нами, я думаю, там понравятся красивые места, немножечко, может быть, поснимаю. Смотрите, уже аисты прилетели вон в гнезде. Классно, это к теплу, это к теплу. Ну да, еще, конечно, все такое. Смотри, небо уже начало зелёшки пускать. Да, да, но еще нету там зеленого, чтобы все такое было красиво, красочно уже по-весеннему. Это в апреле только начинается красота. Вот такое вот мы местечко себе нашли. Я уже накрыла нам столик покушать. Здесь блинчики, оливьешечка. И манники заехали, купили. Рыбы уже натягали пол ведра, правда, небольшая особа. Мы ее, скорее всего, будем выпускать, Сережа говорит, выпустим. Ну, рыбалка получается динамичная, да, Сережа? Оно раз есть, и у меня уже 100 пудов есть. Да. Мою вытащи, у меня там, по-моему, уже рыба сидит. Очень даже. Есть уже у меня, видишь, клюет. Ты аж камера. Ну, держи камеру, а я вытащу. Наверное, есть. Мне так кажется. Так, поплавок, я думаю, видно. Вот там он оранжевенький такой. Да. Он резко тянет. Хоп-хоп-хоп-хоп.
Рыбачка Соня как-то в мае причалил к берегу. Так, все, у нас перекус, давай. Давай. Короче, я держу включено. Смотри, стрелетит. Давай. Оп. Оп. Есть. Взяла. Серый подкормил. Еще одна летит. Давай. Покормим хоть чаек, слушай. А, и улетели. Сейчас. Где он? Вон, вон, вон. Гули-гули-гули-гули-гули. Гули-гули, да. Ты видишь? Ладно. Все, уезжаем мы с этих красивых мест. Как раз такой закат красивый хотела снять. И быстро-быстро солнце садится, кстати. С этой стороны тоже есть. Тут озеро с карасями. Такими глазами. Ого, да. Но там подобраться к нему очень проблематично. Но как топь. Угу. Сережка чистит рыбку. Мы половину, больше даже половины, выпустили совсем маленькую, а такую чуть-чуть покрупнее, ну, конечно. Это так. Пожарить, как семечки. Сбили я ее люблю. Сбили оскоминку и чуть-чуть с рыбой. Угу. А что рыба, сами видите, не сильно крупная, угу, но приятная. Да. Она ее вкусная. Прям сварить в оливье, она получится как шпроты. Ну да. Косточки провариваются очень хорошо. Она хрумстящая получится, да, такая. Единственное, что она потеряет форму, она сворачивается вот так вот, хвост с головой в бублик. Угу, ну да. Я, короче, опять в шоке. Вика, ты что икаешь? Вика икает, так смешно. Короче, сейчас я вам покажу Вику, она просто неузнаваемая. Что она с собой сделала? Ты просто капец. Она снимала на свой канал видео и полностью поменяла внешность, все в стиле 90-х. Короче говоря, ну это уже вы посмотрите, как она делала, что там у нее за тема, я сама толком не знаю, но, короче говоря, для своего видео она полностью поменяла внешность, и мы сегодня, как увидели Серый, мы были в шоке, вообще ее не узнать, сейчас я вам ее покажу, а уже у нее на канале, ссылочка в описании под этим видео, вы увидите, когда выйдет у нее влог с этим перевоплощением. Короче, показываю. Ты перестала икать? Посмотрите на него. На этот... Блин. Подожди. Вот он, этот макияж. Она мне как это, негритосик такая, мулаточка, кучеряшечка. Как ты там говорил? Кудряшка Сью. А, кудряшка Сью. Такой фильм есть, кстати, очень хороший. Старенький уже, добрый. Вот так вот. И как она прикольно делала эти кудряхи, ну это у нее на канале вы увидите, это просто что-то. Я никогда бы не могла подумать, что таким методом можно сделать вот такие кудряхи, прямо, ну просто капец. Ну и макияж, естественно, соответственный по 90-м а-ля годам. Еще, а ну одень вот эти очки. Там уже, нет, я не одену, все на моем канале. А, ну ладно, блин. Прикольно. А теперь я хочу, я ее прошу, чтобы она попробовала расчесаться. Уже, в принципе... Я думаю, это тоже. Я расчешусь, и все это на моем канале. Да? Вот блин. Капец. Ну ладно. А как нам можно Назара перевоплотить? Давай что-то с Назаром учудим. Розовые волосы? У нас краска? А, у нас баллончик остался. Точно. Да, возьми как-то, прояви материнскую заботу. По-моему, голову. Вот так, чтобы покрасить. Так, чтобы покрасить. Ну да, это же смывать. Дочь, попей воды, ты так икаешь, жесть. Ой, в общем, вот такие дела. Вот такой у нас уже день подходит к концу. 10:30 вечера. Папа у нас перед сном, как всегда, в танчики. Да. Я рыбку пережарила. Назар у нас тоже компьютерный червь. Вот угадайте, что он сейчас делает. Вот угадайте.
Угадали. Угадали. А, ты не играешь? Нет. А что ты делаешь? Я... Ты даже спать уже собираешься? Еще одну взяла. Ну, если не играешь. Сережа, он опять делает тут вот такое, присмактывает бутылку. Нет! Я видела только что. Смотри, вот так вот. Знаешь, такие, это те газы, которые остались там. Ты газуешь их себе? Да, газую. Как? А если они через другое место начнут выходить? Нет! Газы твои. Все, назад. Нормально. Давай уже мастись. Давай мы уже не в 2 часа ночи будем ложиться спать. Завтра понедельник, завтра онлайн уроки, не школа. Да-да-да, давай. Так что вперед. Капец. Ох, я на нее смотрю прямо и не могу привыкнуть к вот этому внешности. Как тебе Викина внешность сегодня? На кого она тебе похожа? Я думала, это араб. Араб. С нами прилетел. Египтянка прилетела с нами. Араб. Да, это, конечно, не что-то. Не в обиду. Это просто шутка. Все, давай, мастись. В общем, вот так вот. Вот так. Ой, а так красиво поднято. А ну, покажи. Угу. Да? Это капец. И они такие коротенькие стали. Ну, понятно, все подпрыгнули от кудрях. Прикольно. Вообще на себя не похоже, я не могу. Я не могу просто. Эти синие тени. А, кстати, мне кажется, ты как-то даже старше выглядишь с вот этими кудряхами, с тенями. Или это макияж так делает? Не понимаю. Или просто выросла? Да ну не настолько же. Ну, в общем, все. На этом все. Заканчиваю свое видео. Буду идти ложиться уже спать. Устала я сегодня бешено. Мы так хорошо погуляли с Сережей возле воды. Это всегда утомительно. Поэтому я сегодня буду сладко-сладко спать. Ну, а всем желаю здоровья. Кстати, карантин у нас с завтрашнего дня по всей Украине ужесточают. Ужесточают жестко. Уже больше 2 человек нельзя выходить вообще из дома. Без масок выходить из дома нельзя. Без документов выходить из дома нельзя. А, что еще там? Ну, дети до 14 лет, соответственно, тоже... Без сопровождения родителей запрещено. Прибрежные зоны посещать, парки и все остальное запрещено. Детские площадки, футбольные, спортивные. Пенсионерам, у которых есть дети, у которых есть кому за ними поухаживать, выходить на улицу запрещено, даже в магазин. Только тем пенсионерам, которые одинокие, и у которых некому им... так сказать, купить какие-то продукты, в общем, за ними присмотреть. Вот так вот, да. И что в таких случаях будут, если словят без маски на улице, и либо где-то на отдыхе, на прибережной зоне, в парке или еще где-то, то есть полиция оштрафовать не имеет права, но они выписывают такой вот протокол, по-моему, подается в суд, и суд уже потом назначает штраф от 17 до 35 тысяч гривен. Поэтому вот так вот с понедельника, о чем я вам и говорила, что мы сколько сможем, пока у нас позволено еще было выезжать на природу в безлюдные места и не собираться много, мы ездили. Сейчас мы сидеть дома по выходным и выгуливать, как вы советовали, Назара на крыше. Карлсон. У нас Назар будет Карлсон. Жить на крыше. В общем, как-то так. Но все равно, мы никто не унываем. Хвост трубой. Оптимистическое настроение. Будем как-то это все бороть вместе. Все. Всем желаю не болеть. Ни в коем случае, чтобы все были здоровы и быстрее, чтобы все это закончилось. На этом все. Всех целую. Всем пока.